Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов принял участие в торжественном мероприятии центрального матча 15-го тура лиги Freedom Q-Dream на центральном стадионе города Тараза. На праздничном мероприятии, посвященном Дню спорта, выступили звезды эстрады страны. Глава региона поздравил спортсменов с праздником и пожелал им удачи. Большая честь, что очередная игра данного турнира, которая проводится сегодня в Таразе, компания Freedom, приурочена ко Дню спорта. Наша главная цель – развитие и популяризация массового спорта. Ведь спорт закаляет жизнь, прививает любовь к труду, учит мастерству, призывает к миру и дружбе. Далее выступили президент Федерации футбола Республики Казахстан Адилет Барменкулов, президент юношеской футбольной лиги Freedom Q-Dream Рохус Шох, специально прибывшие из Греции ветераны таразского футбола Георгий Зурначиди и Георгий Хутиди и другие почетные гости, которые обменялись мнениями и отметили важность лиги. Также была организована презентация с участием спонсора лиги Q-Dream, предпринимателя Тимура Турлова. В ходе мероприятия местной нуждающейся семье вручили ключи от очередного жилья фонда «Харекет». Собравшиеся посмотрели соревновательный футбольный матч между командами «Тарас Хайрат». Были проведены различные розыгрыши, которые подарили тарасцам праздничное настроение. Напомним, данная лига считается чемпионатом среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов Казахстана. Победитель получит возможность защитить честь страны в юношеской лиге УЕФА. В 2023 года соревнуются 12 лучших команд юниоров 2006 года рождения. В 2025 году лига намерена охватить всю область и тогда планирует запустить работу женских команд. Данасамат Нурхадыр Урумхан, Мухтар Алишев, 77 News.